Так, друзья мои, видео о том, как подключить видеорегистратор к мотоциклу. Ну, вообще, поставить его на мотоцикл и сделать так, чтобы он работал. Вот это мой предыдущий видеорегистратор из машины. Я купил туда зеркало с видеофиксацией, а вот этот поставлю на мотик. Итак, что мы делаем для начала? Ну, подключаем к нему питание и вот этот стандартный штекер, который идет в прикуриватель, подключаем напрямую к аккумулятору и смотрим, все ли работает. Ну вот, посмотрите. Так, вот, видеорегистратор работает. Причем, друзья мои, очень важно, что вот в этом штекере, ну, кто не знал, только лишь один усик идет на минус. Вот тот, который второй, вот отсюда, с этой стороны, он ни к чему не подключен. Я вначале к нему подключился, смотрю, ничего не работает, не пойму. Потом разобрал и понял, что только к одному усику идет вот контакт. Вы видите, черный проводочек. Все, дело за малым. Теперь нужно понять, что в электрике мотоцикла включается, когда включается зажигание. Итак, включаем зажигание. Я сначала пошел в блок предохранителей, но потом мне приглянулось вот это реле. Очень удобно сюда будет подключить проводочек плюса. Ну и, соответственно, смотрим, включается ли это реле, когда... Так, давайте вот сюда запятаем минус. Смотрим, да, видите, 12 вольт, все в порядке. Ну и, соответственно, сюда мы подключим плюс, а минус на корпус. И дело за малым, теперь нужно все это провести скрытно. Сейчас сниму корпус, декоративную отделку бака. Ну и проводочек у меня пройдет вот сюда. Ну и, соответственно, здесь я тоже... Так, где у меня прикуриватель? Тоже здесь все облагорожу. Все, друзья мои, вот кабель питания, скинул крышку, проложил его внутри, и вот здесь он у меня выходит. Так что здесь с этим все нормально. Так, друзья мои, все, запитал плюс, вот плюсы на релешке, минус, ну, соответственно, к корпусу, на болт. Понятное дело, что вот в этом прикуривателе, в штекере, есть предохранитель, но я планирую вот здесь тоже разорвать и сюда поставить предохранитель. На всякий случай, если что-то сгорит, попадет вода там, я не знаю, в видеорегистратор, то, ну, соответственно, не будет никаких вопросов. Перегорит предохранитель. Так, по поводу, куда его расположить здесь. Вот, купил побольше винт, вернее, коли он крепится гайкой, значит, это болт. Ну и, соответственно, будет у меня на креплении для телефона. Вот сюда его сейчас прикреплю. И все замечательно, нигде он не будет мешаться. Так, ну все, окончательный вид. Видеорегистратор подключен, все хорошо. Проводочек четко уходит. Здесь аккуратненько заходит. Все идет там внутри. Вот он выходит, идет. И вот здесь как раз штекер прикуривателя. Ну, достаточно все аккуратно, потом я еще предохранитель сделаю. А пока будет вот так. И здесь масса вот таким образом на болт с гайкой. Все, шикарненько. Спасибо за внимание, друзья мои. Спрашивайте, рекомендуйте обязательно и критикуйте. Может быть, что-то можно было бы сделать более... более надежно, более грамотно. Пока. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns. Hoover up taught, they deserve it now.